Айгуль Акберды, мать четверых детей. Она проживает в городе Актау. Ее мужа Аблаваса Джумаева за то, что он поддерживал политическую программу демократического выбора Казахстана, просто поддерживал. Просто шел шаром, с голубым шаром, на акцию демократического выбора Казахстана. Эта власть осудила, сфабриковала обвинение и посадила на 3 года. Он сейчас находится в зоне города Атырау. Недавно судьи, не поддавшись давлению в городе Актау, отказались исполнять приказы члена Верховного суда этой власти, отказались осудить мать четверых детей Айгуль Акберды. Они полностью ее оправдали. И это привело к тому, что председатель городского суда подвергся преследованию, нападению, запугиванию. Они уволили его с работы. Вы об этом знаете. И прокуратура города Актау подала протест и сейчас собирается реально судить Айгуль Акберды минимум на 5 лет. Я думаю, что очень важно сделать плакаты, чтобы на плакатах было написано «Руки прочь от Айгуль». Это наша Айгуль, наша патриотка, наша красивая, молодая, многодетная мама, которая умеет и любить мужа своего, и умеет любить детей и родину, и она умеет бороться за них, за всех. И это замечательный человек, и насколько я вижу все перипетии, через которые прошла Айгуль, ей, конечно, нет цены. И мы все можем так, на самом деле. Мы многие так можем, но ей досталось. Поэтому мы все сегодня можем стать стеной за нее. И понимая, что есть резолюция Европейского парламента от 14 марта, взять слова из этой резолюции и потребовать освобождения, потребовать свободы для Аблаваса Джумаева и потребовать оставить преследование Айгуль Акберды. Я требую прекращения уголовного преследования в отношении Айгуль Акберды. Руки прочь от Айгуль Акберды. Руки прочь от матери четверых детей. Не смейте осуждать эту женщину и сажать ее в тюрьму. Она ни в чем не виновата. У нее есть выбор. У меня есть выбор. У нас есть выбор. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.